Инспекторы дорожного движения проверяют у водителей автобусов водительские права, путевые листы, полисы обязательного страхования, исправность транспортного средства. За 7 месяцев 2024 года на территории Республики Татарстан по вине водителей автобусов произошло 48 ДТП, в которых 2 человека погибли и 55 получили ранения. При снижении количества ДТП и числа пострадавших в них зафиксирован рост погибших на 2 человека. При надзоре за дорожным движением особое внимание обращается на грубые нарушения правил дорожного движения Российской Федерации, допущенные водителями автобусов. Управление в состоянии опьянения, лишенным права управления, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, перевозку пассажиров без лицензии, технического осмотра на неисправном транспорте с нарушениями режимов труда и отдыха водителей. В Бавлинском районе за 7 месяцев этого года выявлено 10 нарушений правил дорожного движения. Большая часть из них – это непристегнутый ремень безопасности и отсутствие страховки. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать дорожные правила. Айгуль Диатуллина, Булат Миязов, Бавлинское телевидение.